В Великом Новгороде в областной филармонии торжественно открылся международный форум молодых изобретателей. Впервые он состоялся в прошлом году. В этот раз участники из России и 13 стран мира представляют более 20 проектов. Среди них инновационные разработки для восстановления подвижности, модульные протезы рук, роботизированные ортезы, технологии окраски текстильных материалов природными красителями и другие. На одной площадке собрались более 200 молодых конструкторов, ученых и представителей креативных индустрий. Чрезвычайно важно, чтобы этим занимались именно молодые люди, потому что, наверное, вот эти люди – это и есть богатство нашей страны. Наверное, 3 дня – это мало для того, чтобы ознакомиться со всеми разработками, инновациями, над которыми работают в Новгородской области, но, наверное, это станет такой ежегодной традицией, Сергей Юрьевич, я надеюсь. И каждый год в Новгородской области будет проходить такой форум. Мы будем всегда рады, готовы будем поддержать. В большом составе на форум приехали представительницы Женской лиги изобретателей, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Своими проектами они доказывают, что в научных разработках тоже сильны. Циркулярная пила, система отопления от энергии солнца, беспроводные технологии и даже бронежилет. Все это было придумано женщинами. На международный форум в Великий Новгород были привезены несколько интересных проектов, а несколько разработок уже широко реализованы. Девушки, которые у нас вот придумывают технологии и методы лечения, например, тугоухости у детей. Или, например, у нас есть очень интересная наша девушка, изобретательница Кристина Арнаутова. Она придумала метод определения, очень интересный, каким образом можно через ДНК спортсменов, выделенных при анализе крови, определить степень выносливости. Каким образом можно определить параметры успешности того или иного спортсмена в определенных видах спорта. Организаторы отмечают, что главная цель форума – привлечь молодежь к принципиально новым разработкам, объединить их для работы в команде и, конечно, помочь в реализации прогрессивных идей.